до этого строения добраться. Так, как же туда добраться-то? Дело в том, что здесь нету дороги туда. Эта дорога туда ведет. А там наверху, вон там вот, находится какой-то древнее, ну как древнее, по крайней мере. Кажется, что древнее, каменное какое-то строение. Возможно, оно не такое древнее. Но что-то интересное там есть. Попробуем вот так вот пойти. Здесь, видать, вода текла. Все оказалось намного легче, вроде бы. Заброшенный дом. Но это не древнее строение прошлого века. Построено. Какая нормальная ящерица проскочила. Здесь заросло, конечно, серьезно. Здесь так просто не подобраться. В общем-то, нам туда пробираться не нужно, по большому счету. Поэтому не будем фантазировать. Места очень красивые. Представляю, как он здесь красиво жил, этот хозяин, кто здесь жил, и что это здесь было, когда это все не было таким заросшим. Да. Так, ну что ж, друзья, ставим это строение, пойдем-ка мы дальше. Находимся в Италии. Вот очень чудесные, красивые места. Кстати, вон там еще одно есть какое-то тоже строение. Сейчас, может быть, там тоже посмотрим, что творится. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.